Короче, Эрни, сегодня ты будешь реагировать. Давай лучше к делу. Ну или по-другому, ты просто будешь реагировать на мини-фильм «Детство Вару». Да-да, спасибо за объяснение. Эрни, это не все, тут будет много кринжа, поэтому... Эрни, я никогда не подыхаю от кринжа. Ну, ладно, начинаем. Эту аксиому понял я давно. Видео только что началось, и нам толком не объяснили, что происходит. Тут кое-какая фраза меня убила. Где мы найдем подопытного? Такое ощущение, то, что это не клоны, а какие-то ученые. Раньше было лучше, а теперь. Помнишь, как мы пели, сидя у огня? Раньше были пели. Феликс, если ты собственный лучший друг, то почему ты не подопытный? Сни, а теперь... Курамаку совершенно такой характер. Курамаку — это спокойный и серьезный персонаж, которому 20 лет. А чего? Никто не говорит то, что тут будет шип пик Феликс. А чего так печет у меня от того, что этот мир полная... антиутопия. Опа, Вару бежит. Дайте угадаю, сейчас Вару поймают и заставят быть подопытным. Были мы моложе, чище. А что ты сразу дат отвечаешь? Ты не подумал, что тебя кто-нибудь там убить может, нет? И добрей. И лечили рожи кремом от угрей. Дети новой эры, будущего послы, были пионеры, а теперь... Отчего, отчего так пить? Опять же, неканонный характер. Как же я это люблю. Чё так бомбит у меня от того, что этот мир... Неужели что-то случилось с учительницей русского языка? Антиутопия, отчего в груди заныло, отчего из глаз... Вы тоже босиком ходите в магазин? Я вот да. Вода от того, что то, что было, не вернется никогда. А, это типа его наебатя. Хорошо. Почему Вару никак не сопротивляется? Мне кажется, что у него, типа, он такой на чиле, на расслабоне. Вот теперь ты в теме, понял? А, то есть он, типа, сейчас не мужик, он сейчас у тебя женщина. О, Вару, я тебе даже скажу, что у тебя батя даже умный. Блин, я только что понял, почему он так себя ведет, потому что он пьяный. Почему я сразу же это не заметил? Молодец. Раньше были меме. Так, смотрим. А теперь... Вару, давай я тебе Америку открою. А, существует такое, как 911. Иди, позвони. Почему бы ты не сможешь этого сделать? Какая дилемма, какая проблема? Время решать, кто моя королева. Время решать, кто твоя королева. Есть две на примете, на всем белом свете прекраснее их не сыскать. Маска решила слиться с глазом. Давай же скорей прибегать. Левая половинка моя, правая половинка моя. Сижу, грибы выращиваю. Не мешай. Я буду обеих любить изловчась. Свою нижнюю часть, свою верхнюю часть. Свою нижнюю часть, свою верхнюю часть. Я же предупреждал, что тут будет много кринжа. Нет, я решил сделать эту реакцию. Я ждал, ну когда же откроются дверцы? Амур прилетит и пронзит мое сердце. Амур прилетит и пронзит его сердце. Теперь дурачок пусть стреляет в лягушку. Я заряжаю любовную пушку. Он заряжает любовную пушку. Говорю, позвони в 911, не надо никого убивать.
ножку. Левая половинка моя, правая половинка моя, из всех, кто достоин любви короля, выбираю себя. Ну зачем? Ну зачем? Что это за музыкальная пауза была? И зачем она вообще была нужна в этом, в этой части? Выбираю себя, выбираю себя, выбираю тебя! Что вы знаете? Что вы знаете? То, что вы посмотрели половину его на жизни? Это вы знаете, да? Во-во-варо, так с батей ты не мог сделать. Потом позвонить в 911, вместо того, чтобы его потом убивать. Рассоединить их? Нет. Смотреть, как они дерутся? Да! Какая у тебя реакция? Это пиздец. А если подробней? Видео сделано как из говна и палок. Еще тем более неканонный характер персонажей. Вот это меня прям вообще бесило. Все это видео. Ну, в принципе, вот. Ясно, Эрни, спасибо. Всегда пожалуйста. Я надеюсь, ты больше не будешь приглашать меня на такие кринжовые реакции.